Привет, мои друзья! В этом маленьком видео хочу вам рассказать о чудесном канале на YouTube и чудесном сайте для деток. Ну и, соответственно, для тех, кто начинает учить английский. Канал называется Barefoot Books. Я случайно с ним познакомился, не помню уже точно как. Скорее всего, в каких-то рекомендованных видео оно выскочило. Barefoot Books – это, насколько я понимаю, книжное издательство американское. Оно делает чудесные книжечки для деток разных возрастов, как бы от рождения и вперед. Там красивые, как бы простые, но очень такие, ну в общем красивые стишки на английском. А также, как я их называю, народные их стишки английские, то есть всякие там считалочки и так далее, вот скороговорки. Но кроме этих книжечек, конечно, купить книжечки эти в России, в Украине, в Белоруссии там, и так далее, наверное, не так просто. Можно их заказывать, ну, оно будет накладно. Но канал, обалденный этот канал на YouTube. Значит, у нас что мы имеем на YouTube? Мы имеем мультики. Причем, я обалдею от этой анимации. Посмотрите, посетите этот канал, Barefoot Books, и вы увидите, насколько, ну просто у меня нет слова. Эта анимация как бы сделана под детские рисуночки такие. Но чувствуется, что команда профессионалов там работала. И вот эти песенки, музыка классная, такая, разных стилей, там и несколько голосов поют, читают и так далее. Добрые такие эти персонажи. В большинстве видео есть субтитрики, такие как для караоке, чтобы детки могли повторять. И в общем с ребеночком вы, ну, это Barefoot Books, я считаю, это еще один из самых лучших способов мирных помочь ребенку полюбить английский. Ну а кроме ребенка, если вам интересно, то вы можете тоже, как я это делаю, пытаться повторять. Например, ребенок, вы там на руки взяли ребенка, да, мы смотрим песенку эту, да, и эти субтитрики, и мы не сильно кричать не надо, чтобы ребенку не заглушать, конечно, то, что там поется, но тем не менее, полушепотом мы стараемся успевать вместе с этими дикторами проговаривать эти стишки. Вот. На первый раз, конечно, мы там вряд ли успеем, потому что там есть быстрые такие. А вот на второй, третий, пятый, таким образом мы еще классно развиваем и наш английский, свой. Вот. Язык разрабатываем, чтобы он там не скучал. И ребенок наш слышит краем уха, что мама, папа или кто там, брат, дедушка, бабушка, тоже произносят подобные слова, которые он видит на экране, что есть интересно ребенку. То есть он чувствует, что вы вовлечены. Окей, друзья, не буду вас надолго задерживать. Попробуйте этот канал Barefoot Books наряду с еще двумя-тремя, о которых у меня уже есть видео. Это Coco Melon, Little Baby Bum, Dave and Ava. И вот этот Barefoot Books, ну, клад просто для ребенка, чтобы полюбить английский. Окей, красивого вам английского, друзья, и до встречи в следующих видео.